Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Uncharted, первую часть. На заднем плане, как вы видите, долбит дятел омский. Короче говоря, мы пробрались в крепость, в которой, собственно говоря, мы должны были найти Елену, но мы нашли ее парашют, она приземлилась, конечно, неудачно, но с ней все в порядке, мы видели, как она бегает. И сейчас по ее следу мы двигаемся куда-то внутрь этой крепости. Там у нас пулеметчик шарашит, и это, по-моему, печально. Так, ну-ка. Что конкретно тут делать, я пока не понял. Ну, давай, блин, да еще бы ты к стенам не прикреплялся бы. При малейшем поводе. Ой, блин, весь мокрый. Короче говоря, побежали. Пока что вроде в безопасности. Ой-ой-ой, в безопасности. Тихо. Вообще, по идее, я думаю, вот так будет лучше. Ой-ой-ой, давай. Ой-ой-ой. Так, хорошо, все, в слепой зоне. Что дальше? Ой-ой-ой, ты чего уходишь совсем? Так, ладно, что мы в итоге делаем? Это у нас проход какой-то, что ли? Потому что с ним я что-то не уверен, что я что-то смогу сделать. Давай. На, и в яйки. Хорошо. Фу, так, ладно, слава богу. Так, нет, пожалуй, все-таки я похожу с микроузи. Он, конечно, не такой четкий, но при этом очередь всадить из него крайне неплохо получается. Блин, нужно ли на тебя тратить гранату или нет? Ах, недолет. Ладно, хрен с тобой. Ух ты! Что-то там, судя по звукам, что-то получилось. О, там вообще все обвалилось. Хорошо. Сделал гадость, сердцу радость. Так, что дальше? Понятно. Так, это, кстати говоря, полезная штука, но у нее, по-моему, патронов мало, да? 3 патрона. Блин, я думаю, я лучше обойдусь калашником своим. Тут они бухали, похоже. Ладно. Походу, этим гранатометом нужно было снести как раз вот эту штуку. А теперь, раз уж мы все равно и без этого справились... Не сюда ли случай? Нет, нам похоже именно туда, где пулеметчик был. Именно туда мы и полезем сейчас. Блин, дурак. Ах, так, ладно. Ой, я, по-моему, помню это место. Я, по-моему, умирал много-много раз. Да, здесь, говорит, не помешал бы... водопроводчик, короче говоря. Тут их просто до хрена, и прятаться особо некуда. Поэтому я тут столько раз погибал. Но сейчас, не знаю, может, у меня получится, как-то в этот раз все по закатанной идет. Да дохни ты, мать твою, за ногу. Полный набор негодяев. Ой-ой-ой-ой, вот это уже реально плохо. Ой-ой-ой-ой, ой, со всех сторон, со всех. Ну, блин, вот я про это и говорил. В этой игре выжить будет довольно-таки сложно. Так, в этот раз мы побежим, пожалуй, сразу налево. Так. Так. Ой-ой-ой-ой. Ой, как не кстати. О, твою мать. Со всех сторон. Нет, в эту сторону идти по-любому не нужно. Это не выход. Блин, что же делать? Как же быть?
Да твою мать, что ж с тобой не так-то? Оп-оп-оп-оп! Молодца. Быстро умер. Так, вот здесь более-менее укрытие нормальное. Да падай ты, мать, ну что ж с тобой не так-то? Что да, да дохнешь же ты, ну что ж такое, да? Блин, ну ты все никак не сдохнешь. Ты это мне? Фу, так, вроде живой. Жив-цев. Орел. Блин, еще кто-то бегает. Ой, твою мать, да вы издеваетесь натурально. Тихо. Ах, как не вовремя. Так, хапаем, хапаем все, что есть. Еще есть враги? Блин, еще идут. Дробовиком, да нет, нет, только не это. А. О. Фу, вроде сдюжил, да? Так, мне нужен дробовик. Где твой дробовик? Хорошо. И твой давай тоже. Где твой? О. Uncharted это такой Tomb Raider, только сделанный прямыми руками. Потому что последняя часть Tomb Raider это просто, по-моему, какой-то позор. Вообще абсолютно во всем. И в геймплее, и по графике, и по сюжету. Это такой вот натуральный фейспалм. Хотя, конечно, сейчас они собрались в итоге перезапускать игру, потому что, ну, поняли, да, что в такое говно втоптали серию, когда-то знаменитую. Но новый Tomb Raider скорее похож, по-моему, как раз-таки на Uncharted. Что самое смешное. В итоге, не знаю, посмотрим, что получится. Она выходит в этом году. Но как бы там ни было, Uncharted уже с самого момента выхода завоевал свою нишу. Показал всем, что вот так вот нужно делать приключенческие игры. И если в первой части это не так очевидно, она все-таки довольно-таки проходной была игрой. Ну как проходной? Она офигительная, но просто хорошая. А вот вторая, третья часть это уже натурально шедевры. Короче говоря, показал, как нужно делать игры такого плана. Так, тут мы плаваем. И что же мне тут делать? По этим штукам, что ли, забираться? Нет. Блин, а сколько круто сделана вода, перемещение по ней. Может, по этой штуке? Тоже нет. Работа со светотенью. Все настолько... Блин, молодцы. Где-то 5 лет назад было. Так, мне похоже сюда. Тихо. Молодцы, пацан. Молодцы. Блин, мне вот такие сильные пальцы. И такие сильные запястья. Он, наверное, пальцами натурально гвозди гнет. Так, мы, видимо, с этой стороны. Печально, что Салли убили. Собственно, из-за его долгов все эти проблемы. В предыдущем сериям не было перевода. Титров, которые я собирался тогда делать. Ух ты. Короче говоря, именно Салли, чтобы расплатиться своими долгами, навел криминальный элемент на наше похождение. Теперь в итоге нам приходится с ними бодаться. Ну что ж поделаешь. В итоге Салли за это поплатился жизнью. Наш друг, который ухаживал, собственно, за Дрейком с детства, помогал ему. Да будешь ты выпрыгивать, нет? А, теперь мы не видим, но... Со второй стороны нужно подобное сделать. Еще воды прибавить сюда. Так. Давай, 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 братик. Хорошо. Блин, вода красивая. Красивая вода. И теперь, я так понимаю, мы сможем таки туда подняться.
Почему-то, блин, в голову лезет Tomb Raider вот именно вот в этот момент игры. Как вы видите, я сразу ни с того ни с сего вспомнил с бухты-барахты. Так, раскрывая прошлое, глава 6. Среди прочего, вот несмотря на то, что первые три части Tomb Raider я считаю натуральными шедеврами, мне как-то вот Дрейк ближе, что ли. Я вообще никогда не любил особо играть девушками или женщинами. Мне всегда нравилось как-то отождествлять себя с персонажем. А с девушкой, блин, к сожалению, как-то не получается. Поэтому персонажи мужского пола мне как-то близки. Господи, говорит, Елена, где же ты? Такие, короче говоря, дела. Так, 40 патронов к микроузи, поэтому пусть будет. Так, тут наверняка сейчас народ где-нибудь, да, тусует? Подожди минуту. Что такого важного в этой башне? Ой-ой-ой. Твою мать! Ой, сразу две. Вы чё, блин, оптом, что ли? Я не понял. Давай, вылазь. Да дохни ты, ну бляха-муха. Дробовики никакущие, в упор только убивают. Все, отъехал, нет? Я ж тебе в голову попал. Я не понимаю местную систему повреждений зонально. Так, где-то наверху. Блин, мне в тебя тяжело будет попасть. С микроузи ты тяжело, а с дробовика вообще в тебя точно не попаду. 100% гарантия. Ладно, давайте-то мы нафиг мимо вот этого Уиллиса пробежим. Пистолет возьмем. Да, собственно, полезли наверх, что ли? Так, хорошо. Что нам это дает в итоге? Ну, по крайней мере... А, вот мы сможем так подняться. По крайней мере, у нас есть ПМ, то есть мы можем на дальние расстояния стрелять. Потому что ПМ, на удивление, в данной игре очень дальнобойный. Хотя у него заявленная прицельная дальность, по-моему, 30 метров, что ли. Даже в реале. Ну и убойная сила никакущая вообще. Да твою мать, ну что ж ты, ты меня еще убей давай. Все, вроде сдох. Фу, так. Да кто там еще? Бляха-муха, давай, 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 пошел, пошел, пошел. Сразу трое. Офигеть. Так, не в ту сторону целишься, урод, блин, ну, ох, блин, ну тут не моя вина была, он просто... Как-то у него странно с прицелом сработало. Раз. Два. Нет. Еще у него большая проблема именно с тем, чтобы отлепляться от этих укрытий. То есть ты прицепился и все, он уже ни за что не отпустит. Прям любовь у него к этому делу. Ладно. Сейчас снизу нужно как можно больше расстрелять, потому что, как вы видели, сверху потом ничего хорошего не получается. Так, давай сюда. Да дохни, дохни. Сдох вроде, да? Нет. А теперь точно сдох. Так, идут вроде? Да, идут. Сейчас я смогу засесть вот тут и отсюда его убить. Да, вылазь. Блин, ну что ж ты не дохнешь-то? Ну, с дробовика, я так понимаю, много шансов убить его у меня тут нет. Хотя вроде уехал, да? Нет. Все, теперь точно. Так, давайте теперь тогда ПМ возьмем, раз у нас микроузи кончилось. Да, собственно, погнали дальше, чё? Какие проблемы, пацаны? Сейчас убьемся. Так, тихо. Не, ну это натурально очень плохо. Меня сейчас опять убьют. Надо быстро спускаться. Давай, 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 прыгай, прыгай. Давай, как хочешь. Только, блин, уводи нас отсюда, Дрейк. Давай.
Блин. Давай. Еще печально, что в данной игре гранатами не очень удобно пользоваться. То есть, как в Gears of War. Нужно отдельно на них переключиться сначала, а потом уже швырять. Какой-то быстрой кнопки для них не предусмотрено. По крайней мере, в этой части, я не помню, как там остальных. Ну что ж, поделаешь. Давайте так. Интересно, попаду я, нет? Нет. Так, блин, это может долго продолжаться. Да твою мать! Ладно, все, сдох наконец-то. Ой! Ну, с одним-то, я уже думаю, справимся, нет? Блин, ты посмотри, какие напряженные перестрелки. Это же капец. И с другой стороны, это хорошо. Надоели уже эти беззубые шутеры. А вот когда уже даже... Блин, их двое. Когда даже на нормальной сложности враги начинают тебя тупо убивать. Вот это вот уже, по-моему, неплохо. Так, отлично. Так, все, кажись. Мне бы калаш мешал. На таких расстояниях дробовик не очень эффективен, надо отметить. О, калаш. Отлично. 35 патронов, конечно, всего, но ничего, я это переживу. По-моему, этого хватит. Так, а тут у нас еще один лежит. Такой же. Ага. Ты, Игорь, что это такое? Ага, дверь открываем. Супер. Я, кстати... Давно никаких секретиков не находил. Это либо потому, что я такой невнимательный, либо их просто не было уже две серии как. Я думаю, все-таки первые. Есть у меня такая отличительная черта. Так, ну ладно, хрен с ним. Спускаемся, похоже. Там вроде как пусто. Так, лучше по лестнице, а то сейчас убьюсь, вот этого еще не хватало. И я практически уверен, что если я сейчас помру, то мне по новой придется воевать с этими архаровцами. Это будет печально. Так, ну да ладно. Какой грязный, да? Смотри. Как они вообще... Мне может кто-нибудь объяснить, как они его сюда загнали? То есть вроде бы ворот каких-то особых нет. Да ничего, на вертолете его сюда сбросили, что ли? Странно это все. Или, может, отсюда заехали. Но он даже тут с трудом пролез. Так, я чую, что нам придется попрыгать сейчас. Тут у нас ничего. Давайте осмотримся сначала, потому что есть такое ощущение, что... Ух ты. Same symbol. Тот же самый символ. Что же это делает с той башней? Как это связано? Придумаем, шеф. Я думаю, нам сейчас все-таки придется попрыгать. Вот до сюда. А, вот отсюда. Вот сюда. Ой, блин, что ж ты не прыгаешь? Разгон, видимо, надо было набрать. Прыжок. Хорошо. Отсюда сюда. Сейчас все развалится, кедрени фени. Прямо под ногами. Отлично. Так, отсюда я долечу, до туда, нет? Или мне... Куда мне лучше будет прыгнуть? Наверное, все-таки вот сюда. Ой, нет, сюда он не запрыгивает. Так. Ну, туда что-то сдается мне, что я не долечу. Давайте попробуем. Нет, долетел. Ты посмотри. А. Супер. Ну прям. Офигеть. Еще бы не падал в конце. Ой! Ой, блин, я не ту кнопку нажал. Эта игра не прощает ошибок совершенно. Ладно, сейчас мы по-быстрому все сделаем. Блин, я треугольник нажал. Я что-то совершенно не знал, что такая хрень будет. И меня всей этой дурой в итоге
разбомбило. Просто в лепешку, я думаю. Ладно, в этот раз у нас все быстрее получилось. Когда знаешь, куда идти. Так, давай. Надеюсь, в этот раз кружок надо будет нажать. Фу, слава богу. Фу. Да, Нейт, ну ты натурально отмороженный пацан. Так, что это нам дало? Теперь мы в итоге сможем пропрыгать вон туда, видимо. На всю бошку, надо сказать, мороженый этот Дрейк. И мне отсюда прям прыгать, что ли? Блин, нет. А, подожди. Даже вот так. Хорошо. Теперь сюда, что ли? Ой, давай, давай. Слабаки. Справлялись и с тем, что похуже. Прорвемся. Так, куда-то мы опять падаем, да? Что? Ой, не-не-не-не-не. Блин. А что надо было делать? Видимо, надо было прыгать. Ну да. Блин, ну откуда я мог знать? Хотя, в принципе, я это проходил уже в свое время. Ну, блин, это было 5 лет назад. С моей памятью 5 лет, это как 50 лет. Так, как бы не убиться, а? Подожди, ты что-то задумал не то, Дрейк. Не надо никуда прыгать. Мне сюда перепрыгнуть, что ли? Ой, блин, у меня аж похолодело все внутри. Я подумал, он все-таки убьется сейчас. Так, ладно. Простите. Спасибо. Ага, у нас ключ. Хорошо. Так, теперь мне... У меня, наверное, на этом трость спускаться, который я сбросил. Хотя я не вижу. А, ну да, вот. Так, где он у нас тут был? Нам нужно... Блин, я точно не убьюсь, а? Ну ладно, давайте попробуем. Вроде нормально. Давай, драки. Драки фейс. Хорошо. А, вот этот. Куда же мы в итоге попали? Камера какая-то. Вроде безлюдно, да? Where the hell is she? Да где она? Супер. Sweet. Да. Дрейк тоже рад. Так. Может, все-таки с микроузи побегать? Давайте. Что-то он в последнее время себя начал неплохо проявлять. Что-то я чувствую. Что-то сейчас будет. Больно уж тут много укрытий. Тихо, погнали. О-о-о-о. Полный бизнес. Так, что же мне делать? Мне нужно вон туда пробежать. Там будет укрытие у нас. Во! Так, этот готов. Вроде бы. Там что, один патрон всего был, что ли? Вот это уже серьезные проблемы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Присядь, урод! Ну что ж ты не присел? Так, ну ладно. В этой игре с первого раза никогда ничего не бывает. Фу, так. Пригодится. Я все-таки считаю, что нам нужно забежать туда. В первую очередь. Так, минус один. Да ты посмотри, какой акробат, бля. Тебе в цирке участвуют? Ой-ой-ой-ой. А вот тут уже моя эта косорукость. Так, тут у нас Валера лежит. Я даже не ожидал. Ой-о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 й. Давай, давай. Так, мне хана, мне хана. Так, ладно, вроде с той стороны. Да твою мать! Тихо. Валера, выручай. Блин, вот это у него убойная сила. А! Блин, еще бы я получше стреляла. Смотри, с одного выстрела ложите. Кладет. Отлично. Прилег. Как там в Battlefield говорили, Bad Company 2? Он у меня прилег. Запас клюквы там, конечно, был довольно неплохой. Так, нам осталось, похоже, разобраться с этим братюней. Да, собственно, поменять нашего Валеру обратно на микроузи. Да, блин, как ты задеваешь? Так. Хорошо. Прощай, слабак. Так, что, все что ли? Фу. Вообще ничего не умеете. Хорошо. Ну, вроде как спокойно, да? Подожди, еще кто-то бежит, судя по его словам. Да вроде нет. Так, это у нас вообще что за машина? Это похоже на Range Rover какой-то, но, скорее всего, какая-то африканская модель оригинальная. Потому что очень уж крутая. Range Rover, он такой кособокий, но при этом очень проходимый. А эта машина... Натурально, смотрите, какой зверь. Блин, мне бы такую по пробкам уфимским. Так, ладно. Тут много трупов, а что-то я кругами бегаю. Блин, рука болит. Ой, быстрее бы зажила. Да что ж ты... Шо? Эй, подожди. Да что ж ты, блин. Вроде нажимаю много раз, как нужно, а ей все равно не нравится. Ага, она на время просто оказывается. Так, хорошо. Блин, эти гады меня начинают доставать. Что есть, то есть. Где Елена? Тут у нас куча кувшинов. Да. Дохни. Дохни ты, мать твою, за ногу. О, там, смотри, с дробовиком идет, надо его быстрее убивать, пока не дошел. Дойдет, будет плохо. О, еще один приз. Да дохни, дохни, дохни. Да, блин, как не вовремя все. Подарочек. Ой, блин, я думал, около меня такая штука. Так, еще есть? Вроде нет. А, давайте-ка мы пока поменяем наш калаш на Мосберг.
Тихо, тихо, тихо. Да твою мать, ты как Нео прям. Так, ладно, хорошо. Ну, микроузи на таких расстояниях — это без шансов для врага. В остальном же ПМ-ка мне куда больше нравится. Так, это у нас что? Патрон на ПМ. АК. Давайте лучше его возьмем. Блин, музыка тревожная играет, значит, еще ничего не кончилось. О, тут еще столько же. Давайте, ребятушки, власть. Так, тут я пацана на атомы разложу. Во! Как давно я об этом мечтал. Тихо. Нет, безопасно. Готов. Еще бегут. Бежит. Стрелек. Ты, скотин, живой, что ли? Нет. Так, все, кажется, всем раздал. Я думаю, они счастливы. Уф, так. А, ну и что, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. В следующей пойдем дальше по этой крепости, потому что она что-то не хочет кончаться. Я думал, мы уж в этой серии выберемся. А, но как бы там ни было, игра мне что-то, блин, несказанно доставляет. Хотя экшена, по-моему, все-таки многовато. Но, тем не менее, он тут хороший, так что какие претензии-то. А, как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.